В Турции массовые репрессии против научной элиты. Там прошли аресты ученых, которые выступили за немедленное прекращение военной операции против курдов на юго-востоке страны. В числе взятых под стражу 21 академик. Ранее они подписали обращение под названием «Мы не будем частью преступления». В нем деятели науки и культуры призвали власти, цитата, «прекратить резню и бойню, вернуться к мирному урегулированию курдской проблемы». Под текстом свыше 1000 фамилий. Всех этих людей президент Турции Эрдоган назвал невеждами, а прокуратура начала их преследование, обвинив в пропаганде терроризма.